Как мы знаем, неотъемлемой частью дороги является тротуар. И теперь любой житель может проголосовать за то место, где этот тротуар должен будет быть установлен. Сделать это можно на портале Добродел до 30 июня. Первый этап голосования завершен. В нем приняли участие более 15 тысяч жителей Подмосковья, оставив свыше 18 тысяч комментариев. Второй этап голосования продлится до конца месяца. В общий перечень включены участки вдоль региональных дорог, которые предложили жители ранее, и участки, отобранные профильными ведомствами. Порядка 25% от общей программы строительства новых тротуаров в 2021 году будет определено с помощью жителей Подмосковья, рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Принять участие в голосовании до 30 июня могут пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг. Один человек может предложить дорогу для строительства тротуара. Также можно предложить фото, оставив комментарии, или поделиться своим мнением о любой другой дороге и поддержать комментарии других пользователей.